Володя у меня сейчас уезжает. Игорь Добунов за него. Ой, Коша. Это, Люба, так мы же договорились, что она у вас остается. Так это белый котик. А, белый. Котик. Я ему помогаю ну. До места. У него 4 места вот. Так это... Ну ладно. Он большой. Ну, сейчас я ему отдам. Аккуратно, Володя, чтобы не сломать коробку эту кота с котом. Так, он где будет находиться? Да. На коленках у тебя? Да, да, с собой возьму. Ничего не там, возможно? Нет, там один кот. А, ну, тогда вот три хорошо. Если он мергнет, собаки забеспокоятся. Вон, сейчас притихнет все равно. Ему место оставь, на борт это место было. Ну ладно. Будем это, ждать на чтобы не опрокинулось, а ты ее возьми с собой, да, на колени. Вот. Вот эту вот. Да, вот я и хочу. С собой. А, с собой, хорошо. С собой его надо смотреть, чтобы не опрокинуть. Конечно, ничего. Чтобы он не беспокоился. Да. Ну и так это надо. Сегодня у нас 10 апреля 2022 года, воскресенье. На Потеряевку. Все думали, что это просто толкование такое странное. Там тоже аккуратно с этим. У тебя из кармана ничего не выскочит? Нет, там нечем выскочить. Я все убрал, потому что там все. Так, самое главное, чтобы документы все. У тебя были. Спасибо, Христос. Да слава Богу. Они меня всегда с собой. Давай. Это белого кота, вон он. Покажи его сюда, поверни той стороной. Поверни. Вот он поехал. Котя, белый. Ну, белый мой хороший. Ну, все, Игнатьевич, с Богом. С Богом. Вставайся. Все, с Богом. Все. Иди. Так, с Богом. С Богом. С Богом, да. Спаси Христос. Давайте. Вот так мы выходим. Сейчас, видите, я провожу, тогда закрыть придется. Ну все. Что тут говорить?